Родился на улице и первые 3 месяца мужественно переносил невзгоды, словно знал, что еще чуть-чуть и жизнь наладится. Будучи бездомным, избегал опасных мест, держался подальше от грозных собак и недобрых людей, самостоятельно добывал себе пропитание и ждал встречи, которая окончательно изменит его жизнь. Как рассказывает наша волонтер, она нашла его, когда он догрызал кость, которая осталась от какой-то собаки. То есть собака не доела кость, и кот решил воспользоваться этим и вот таким образом находил себе пропитание. То есть кот очень находчивый, кот очень-очень живенький и вот очень такой радостный. Его тут же окрестили уютной домашней кличкой Барсик, потому что, несмотря на уличную жизнь, бесстрашный котенок выглядел хорошо. Юлия, в доме которой Барсик нашел временный приют, искренне была удивлена и восхищена его природной интеллигентностью. В любом незнакомом месте малышу хватает нескольких минут, чтобы освоиться, особенно если он получает изрядную порцию ласки. Мы надеемся, что он найдет свой дом очень быстро, потому что у него прекрасный характер. Он игривый, но в меру. То есть он никогда не будет доставать вас своими игрушками. Если вы хотите с ним играть, он будет очень счастлив. Не хотите? Ну ладно, подождет до следующего раза. У Барсика нет вредных привычек. Отличается не только умом и сообразительностью, но и чистоплотностью. Окончательно прекратил все отношения с разного рода паразитами. Предпочитает открытые пространства, чтобы все держать под контролем и не упустить радостные моменты общения с хозяином. Барсик очень мудрый, но все же малыш. Ему очень нужен большой добрый друг.